Вітаю вас. Це програма «Алея Слави». Ми знаходимось на соцмісті. Тут, по вулиці Галатова, вже багато років мешкає ветеран вітчизняної Ольга Джулай. Завітаємо до неї сьогодні в гості. У повільному сьогоденному русі Ольга Іванівна пригадує своє минуле, сповнене непростих подій. Головна з них – це Велика вітчизняна війна. Звістку про напад німецьких загарбників комсомольці Олі довелось зустріти вдома, в Ленінграді. Коли почалась війна, я в Ленінграді жила в Володарському районі. Вот. І там, значить, близько німці вже наступали, то ранені були, то я в воїнській часті була і перев'язувала на цих на полях уже ранених. Вот. А потім, коли вже Ленінград окружили німці, то Ворошилов здав приказ і здав, що всіх дівчат зняти з фронту. В блокадному Ленінграді, вот это ж як окружили Ленінград, это ну літо. Понимаете, ну в каком-то критическом состоянии. Он не мог помочь никто, если даже какая-то семья из нескольких человек, что он не может помочь никому своему. Все голодали. Это голод, это ужасное дело. Нечего ни кусочка хлеба никому дать. Понимаете? Чтобы хоть чуть-чуть, как-то, чтобы человек немножко ожил и... Ну, такого нет, чтобы какой-то получил удовольствие или что-то. Такого не было. Мы огурцы соленые брали и кушали, чтобы нам хоть есть не хотелось. А во время войны кто кому чего помог, если он не мог ни куска хлеба? Если давали по 100 там с лишним грамм хлеба, так и то не каждый получал, потому что иногда не было в магазине. Это ужасный голод был. Это не то, что там на одном месте, это весь город в этом отношении был в таком состоянии. Зиму мы там пробыли. У меня там и мама умерла, и все родственники с голода умерли. Ну, голод есть голод, конечно. Это же не то, что там какие-то запасы. Ленинград жил так. Надо, пошел хлеба купил, надо, пошел то купил. Не, что там запасы было муки или еще какие-то. Нет же, этого не было. И вот люди так... Идешь, человек упал, умер, все, его никто не поднимет, потому что он сам упадет. Все уже от голода были, понимаете? Это ужас, конечно, это ужас. У меня мама умерла, то вот эта подружка, мы ее зашили в одеяло, вот на саночки положили и отвезли в приемный там, в этот пункт. Она похоронена на Пискаревском кладбище, даже у меня он есть оттуда. В такой-то могиле номер, ну там могила номер были эти самые, не то что по одному, а общие же могилы. Вот, и она похоронена в такой-то могиле. Так что туда ездила, цветы там поставишь на эту, общая могила там. Тяжело вам было? Ну а как же, конечно. Брат у меня эвакуировался с завода. Ну, тоже через Ладожское озеро их разбомбили. Он тоже погиб. Переживши найстрашнішу у житті цю блокадну зиму, втративши рідних і близьких, Ольга Іванівна змогла евакуюватися до поселення німців Поволжя. Там, сумлінною, важкою працею, вони разом з подругою наближали такий омріяний час цілковитої перемоги над фашистами. Вот это как мы эвакуировались, вот, на трактор. А на тракторе мы были прицепщиками. А вы знаете, что такое прицепщик? Вот трактор, к нему цепляется плуг. Вот мы сидим на этом плуге, а там такая ручка, что нужно, если он пашет, а если там какой-то корень или что-то, то поднимать вот эту ручку, чтобы трактор прошел. Понимаете? Вот. А вся пыль же на нас. Вот такие мы были прицепщики. Так что все пришлось испытать. Но мы ни на кого не в обиде, потому что мы знали, что, Господи, у нас погибли, тяжелая жизнь, что-то там кричать и шуметь, такого не было. Вот так мы выжили. Но я просто считаю, что надо трудиться, и все. А как? В основном труд. Чтобы не где-то спрятаться от труда, от этого, а именно трудиться и трудиться. Ну а как иначе?
Если ты работаешь, значит, по-честному относиться к работе и к труду к своему. Старенькі альбоми з фотографіями. Це своєрідний квиток у славетне бойове минуле. Гортаючи сторінки, Ольга Іванівна згадує одну полчанку. Знову переживає події того часу. Знаєте, от це коли бомбіжка, я пам'ятаю, що підвозила горюче, от, то самоліти летять, то стараєшся куди-то улетіти, где-то спрятатися від цієї бомбіжки, щоб не розбомбили. Тяжелее всего і це гибель наших сотрудников и родных, конечно, господи, близких таких, когда получается так. Ну, потом уже, когда ближе и думал, господи, скорее бы кончилась война, скорее бы это все. А сколько людей таких гибло, и, господи, что там говорить? Только думать об этом, как бы победить, скорее победить, чтобы было родину освободить, чтобы меньше было этих всяких этих преступлений немецких и все прочее. Ну, как же, господи, чтобы люди были живы и здоровы. Это же уже действительно... Как би скорее кончилась війна, як би їх скорее розбити, господи. Зустрівши перемогу в Югославії, після війни Ольга Джулай повернулась до рідного Ленінграда, де вивчилась на геодезиста-топографа. А потім вдосконалювати професіоналізм вирішила неабиде – в Арктиці. В Арктиці я вела зйомки. От це ж теодоліт, такий планшет, може, бачили, коли... планшетный. И на планшете я сразу делаю чертежи. Вот там до того места, вот там что-то такое, строительство какое-то, но не строительство, там начинается река, там начинается гора. Я должна все показывать. Экспедиция так человек 20-30, не больше. Мы зиму, конечно, там зиму не будем работать, потому что зимой темно там. Вот. А в такое время, конечно, унты нам давали, как вот это летчики полярные одеваются, унты, меховые куртки, шапка меховая, это все меховое у нас было. Но если осень там или лето, то еще тепло, понимаете? Ну, там, если ветер, а уже если прохладно, то мы одевали вот это унты меховые у нас эти, летная одежда была. З початку 50-х років минулого століття Кривий Ріг став рідною домівкою для нашої героїні. 3 травня 1965 року Ольга Джулай влаштувалася на роботу в бюро технічної інвентаризації копіювальницею. І, як завжди та усюди, вона віддано працювала до кінця 1999 року. Про цю жінку тут досі ходять легенди. У нас в Криворожском бюро технической инвентаризации о Ольге Ивановне говорят только теплые и добрые слова. Это человек, который проработал на нашем предприятии 35 лет. Ее работа заключалась в том, что выполнять копии технической документации. Что такое копии? Это очень ответственный вид работы. Это тот документ, который уже выдавался людям. И Ольга Ивановна относилась к работе очень ответственно и могла делать эту работу безукоризненно. Тихо у кімнаті. На стіні чорно-білі фотографії ленінградських пам'ятників та споруд. Ольга Іванівна дістає червону коробочку з-під ювелірних прикрас. Це чи не найбільші і найцінніші коштовності – ордени та медалі, якими відзначено Ольгу Джулай. Вона тримає їх у долонях і у власних споминах знову повертається до міста, з якого все почалось. Город такий красивий. И каждый старается посмотреть, вот, что там говорить. Город не сравнить ни с каким городом. И та Москва, та не такая, как Ленинград, конечно, что там говорить. В Ленинграде свои прелести. Даже под Ленинградом там много таких видов, это самое, и дворцов много. Это ж тоже красота, там, что там говорить. Thank you.
что еще пожелать и помечтать? Здоровья себе уже такого оно не будет, потому что уже года берут свое. Вот. А близким, конечно, знакомым, близким только добра желаю, и все. Как-то и в моей юности такого не было, чтобы с кем-то драться или ругаться. Такого не было. Я не знаю, как сейчас, а у нас такого не было. Мы все как-то относились друг к другу очень хорошо, понимаете? Нет, какая-то злоба или что-то сделать плохо. Этого не было. Только желаешь хорошего, чтобы все хорошо было, и все.